Только вдумайтесь в это число. С начала года аэропортом Симферополь воспользовались 5 миллионов пассажиров. Подобные показатели доказывают, что крымское направление популярно среди российских путешественников. Юбилейная туристка как раз сегодня вместе с внучкой отправилась из Крыма в родной Екатеринбург. Мы уже не первый раз в Крыму, в этом году я уже третий раз прилетаю. Да, Саша? Ну, как-то мы видим, поздравили уже. Ездили вокруг Феодосии, видели в Керчь мы ездили, видели Белую гору. Ну, мы сейчас отдыхали около 3 недель. Кроме шикарного букета, Галина получила еще несколько подарков. Весь следующий год она сможет свободно пользоваться VIP-залом ожидания в Симферопольском аэропорту. Но что самое ценное, бесплатный перелет для одного человека по любому маршруту. Для главной воздушной гавани республики юбилейный пассажир, конечно, радость, ведь люди работают не зря и принимают рейсы со всей страны. Направления традиционные из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году летних направлений было довольно много в аэропорту Симферополь, 56. Это больше, чем в прошлом году. В зимнем сезоне направление тоже, количество их растет, и их больше, чем в прошлом году. Меньше чем через месяц Симферополь начнет принимать гостей, которые приедут на поездах. Это значительно увеличит пассажиропоток и сделает курорты республики более доступными. Самое время для предпринимателей туристической сферы заняться улучшением условий отдыха. Никита Егоров, Артур Хороший, служба новостей ИТВ.